Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афроманго Мукбанго. Так, ждем чай, пока поостынет. Вот такая тарелочка. Вот, тут ветчина, сыр трех видов, перепелка. Ну, все напишу в описании. А чеснок? К видео. Чеснок. Ну, все напишу. Точнее, это самое. И багет с майонезом и с кетчупом. Так. Вот, факт, это рекорды про багет. 60 французских и итальянских пекарей работали практически весь 7 часов, чтобы испечь французский хлеб, который характеризуется своей мягкой и средней корочкой. Мероприятие, которое могло побить прошлый рекорд, 111-метровый багет, был прежде изготовлен во Франции, было профинансировано итальянской компанией Ferrero. Один из известнейших продуктов, который является масло Нутелла. В книгу рекордов Гиннесса занесен самый длинный в мире 122-метровый багет, измельченный в Милане на выставке Экспо 2015 года. Передает в воскресенье газета Daily Star, ссылаясь на агентство France Press. Это был, по крайней мере, четвертый мировой рекорд, объявленный на протяжении Экспо. Еще одним кулинарным шедевром стала пицца длиной практически 1,6 километра. Ярмарка финиширует 31 октября. Это, представьте, это пицца-то. Это сколько людей надо на эту пиццу? Да? Понять. Чтоб они все съели. Всю пиццу. Да? Прежде в кассу бросить деньги. За кусочек пиццы. Да. Да. Интересно. Так. Что ж у нас еще? Есть новости, кулинарные новости, да. Угу. Угу. В Японии на основе прозрачного соевого соуса создали кристальные чипсы. Да, это-то да. А, ну я прочитаю, ладно, после того, как поем эти новости кулинарные. Угу.
пятый час уже. Только не придумал. Угу. Свежий багет. Вкусненько. Трансляцию. Смотри, сколько там присмотров было на сегодня сидеть. А зачем ты сейчас? Ну, 21 просмотр. Перевод сколько? Там же, наверное, 200 или 300. Сто семьдесят четыре. Thank you.
Сделали вчера, вот. Да, очень хорошо. Нет, а с другой стороны? А с другой стороны, пока. Там тоже может переломиться. А что туда всунул? Эти палки. А вот эти палки? Да. Потоньше их еще сделал, еще меньше. Они не сломаются, если, ну, когда она, если тонкая, ой, небольшая, она не сломается. И очень виду, трудно сломать. Спичка может сломаться, да? Спичка сломается, а это нет. Да я руками не могу ее сломать. Она ж маленькая, ее не сломаешь. Ну, да. Чем меньше, тем прочнее. Да. Да. Багет все-таки в этом перекрестке вкуснее, чем это. Да. Да? Вспомни, тот вкус и этот. Мне кажется, перекрестки вкуснее. Ну, муха летает. Муха, может быть. Не знаю. Туда залетит. Не знаю, где сидит. Ну, на своем. Не перед форточкой же, правильно? На своем месте. Вот именно. Пора бы уже вторую полотену слепить. А то есть целые две. Потому что в эту не залетает никто. Может, в другую залетит. Извините, это у нас семейное. Желудок говорит, я наелся. А я тебе чеснок дала? Нет. Да? Ты уже половину все съел уже. Да. Я же говорила, что чеснок, ты мне. У меня тут под рукой лежит, я это не забыла.
Отрежь, пожалуйста, еще багетон. Один кусочек. Это ничего подрезать больше не надо. Я со второй кружкой все и съем. Давай. Ой, вкуснее, да? Угу. Там сыр есть? Есть. Чай будешь себе наливать? Буду. Я от чая не откажусь. Ой, вкусненько. Вкусно. Пушкин. Не знаю. Да. Послезавтра. Послезавтра, да. Потом телефон все слетишь. Это совсем мало, это, вся эта блузка. Развеселась. Да. Ну, она сносилась. Угу, обносилась. Да, обносилась, да. Ну, песок. Спасибо. Ой, хорошо, вкусненько. Чай азербайджанский. Зеленый. Зеленый.
Вкуснятина, все свежее. Вкуснятина.
Все, пора читать. Японская компания Fundo-Dai придумала и создала прозрачный соевый соус. Прозрачный продукт производится по уникальной технологии. Сначала заваривается соевый соус обычным способом, затем удаляется цвет с помощью запатентованного процесса и настраивается вкус конечного продукта. Изучая применение уникального соуса, были разработаны оригинальные рецепты бесцветных закусок, в том числе пудинг с заварным кремом, прозрачный рамен, рисовые пельмени и другие. Кристальные картофельные чипсы особенно заинтересовали покупателей. Чипсы сделаны из картофельного крахмала, смешанного с небольшим количеством картофельного пюре. Из этой смеси формируют чипсы, запекают в духовке несколько часов, а затем обжаривают во фритюре. Весь ассортимент можно рассмотреть в магазине в токийском районе Асакуса. Прозрачная продукция компании экспортируется на рынке за пределами Японии, причем эти продажи составляют 15% всей выручки. Прозрачный соус становится популярным в Китае, в Европе и в Южно-Восточной Азии. Вот так. Интересно. Так, интересно, да. Угу. Компания по производству напитков марки Акью выпускает 100% натуральный сок из самого популярного сорта персиков Акацуки из префектуры Фукусима. Несмотря на густую мякоть, освежающий напиток стал невероятно популярным в Японии. Однако фанаты стали называть его прозрачным, так как приобрести его можно только в торговых автоматах, которые установлен на станциях Восточно-японской железной дороги. А учитывая ценность фруктов, персики сорта Акацуки преподносят самому императору. Напиток выпускают неограниченным тиражом. Стоимость одной маленькой бутылочки фруктового сока 190 йен. 126 рублей. Интересно. Ага. Вот это мы любим. Ежегодно в испанском городе Аренас де Кабралес производится конкурс, в ходе которого лучший сыр продается на аукционе за высокую цену.
в этом году испанский ресторан в Овьедо заплатил колоссальные 330 тысяч евро за кусок натурального сыра Кабралес весом 2,2 килограмма, установив новый мировой рекорд для самого дорогого куска сыра. Сыр Кабралес готовится вручную из коровьего и козьего молока и созревает в течение нескольких месяцев в пещере на высоте 1500 метров над уровнем моря в горах Лос Пикос де Оропа. Влажные условия способствуют развитию пенициллиноподобной плесени, которая придает продукту характерные сине-зеленые полосы и пятна. Сыр, ставший самым желанным на аукционе, был изготовлен в сыроварне Лос Пуэнтос, из По де Кабралес. Жюри конкурса признало его лучшим из представленных сыров 15 производителей, участвовавших в конкурсе. Вот. Мы любим сыр, да? Нам такой сыр не по зубам. Да. Самый дорогой в мире сыр. Руководство канадской провинции Альберта выставило на онлайн-аукционе костюм из фастфуда, который ранее был реквизитом для рекламной кампании рецепта любимой ночной закуски «Донер». Костюм длиной 56 дюймов, 142,2 сантиметра, созданный дизайнером из Лос-Анджелеса Кристиной Папалекис. Папалексис, да. Состоит из серебряного комбинезона, создающего аутентичный вид фольги. При подаче донер заворачивают в фольгу и реалистичного изображения гигантского лаваша, говядины, помидора и салата. Первоначальная ставка на торгах была 50 канадских долларов, 3500 рублей. Но из-за уникальности костюма и большого количества желающих приобрести его, она выросла почти в сотни раз. Владелец компании обошел все остальные 1710 заявок, зарегистрированных в онлайн-аукционе, предложив за костюм 16 025 канадских долларов, более 1 миллиона рублей. Обалдеть, костюм из этого. Ага. С ума сойти. Да. Донер. Да. Угу. Угу. Да. Интересно. Лапшу пусть это. Да, лапшу сейчас посчитаю. Японская компания по производству лапши выпустила новый продукт, который содержит бульон тонкацу на свиных костях, приготовленный популярным рестораном Кента Рамен в Коэнзи, Токио. Лапша быстрого приготовления, получившая название Бариката 55 Рамен Кента Неги Тонкоцу, готова к употреблению через 55 секунд после добавления горячей воды. Продукт разработан по особой технологии, и времени действительно хватает, чтобы лапша приобрела идеальную текстуру, а бульон стал насыщенным с глубиной вкуса. Стоимость одной упаковки лапши быстрого приготовления составляет 278 йен, 180 рублей. Вот так. Вот такие вот новости кулинарные. Значит, дам ссылочку, где это можно прочитать будет. Да. Все. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик. Где мой колокольчик?
чтобы не пропустить новое видео. Все, до следующего мукбанга.